Как повысить собираемость налогов в городах и районах Дагестана? Этому вопросу посвящен был первый день семинар-совещания с главами муниципальных образований региона. Лучше всего налоги собирают в Кизильюрте, Южно-Сухокумске, Кизляре, Буйнакске и в Чародинском районе. Задача Дагестана – войти в список регионов-лидеров по собираемости налогов, говорят республиканские власти. Абдурахим Билалов-Даганай расскажет подробнее. Войти в топ-20 регионов по собираемости налогов – главная задача республики на ближайшие 5 лет. Задача непростая, но выполнимая, считают чиновники. Ведь динамика роста по собственному доходу с прошлого года уже заметна на 20%. В прошлом году нам вместе удалось значительно продвинуться по этой теме. Мы нарастили собственные доходы. Уже в этом году нам позволяют мелиорацией заняться, водообеспечением заняться, социальными вопросами заняться, инвестициями. Потому что с деньгами мы можем решать любые вопросы. Задач много, поэтому и денег нужно больше. Если за прошлый год в регионе удалось собрать порядка 39 миллиардов рублей, то уже через 5 лет этот показатель должен вырасти в 2 раза. Для глав городов и муниципальных образований это настоящий экзамен. Нами подготовлено предложение по KPI каждому главе муниципального образования. Это будет ваш KPI, и вы за это будете отвечать. Значит, 2018-2019 год, за 2 года по отношению к 2017 году по городам вы должны прирасти на 30% налоговой собираемости. По предгорью 25%, горные и высокогорные районы 20% за 2 года. Если мы такую динамику не обеспечим, мы не решим ни одну проблему. Школы в ветхом состоянии, и мы это не решим за 5 лет. А у нас другого варианта нет. Поэтому Москва будет нам помогать где-то, мы его так оцениваем, в пределах 95 миллиардов рублей, не больше. Все остальное это должны быть наши налоговые и неналоговые доходы. Первый вице-премьер обратил внимание на то, что в республике на налоговом учете стоят всего 59% земельных участков и объектов капитального строительства. Через кассовые аппараты прошли 250 тысяч тонн ГСМ, тогда как завозится в регион около 1 миллиона тонн. Если решить только эти вопросы, бюджет Дагестана пополнится на несколько миллиардов, считает он. Задача наша, чтобы собираемость и проблема собираемости стала в первую очередь проблемой главы муниципального образования. И чтобы он потом приходил и говорил, какие у него проблемы есть. Я хочу сказать, что координирующая роль должна быть за главой муниципального образования. Я понимаю, что глава муниципального образования – это человек, который отвечает в муниципалитете за все. Но без работы, единой работы команды главы муниципального образования никого ничего не получится. Через 3 месяца мы с вами еще раз встретимся по этому поводу. Это не значит, что сегодня начитали и забыли. Нет, сегодня начитали, забыли, обсудили, договорились, поняли, как идти. И через 3 месяца мы с вами в этом же составе встретимся и подведем итоги уже на следующей стратегической сессии. А в перерывах мы будем встречаться с представителями вашего команды. Пока что по итогам первого квартала текущего года темп роста налоговых поступлений в местные бюджеты снизились в Докунспарийском, Дахадайском, Ногайском, Каякенском, Кулинском районах. Лучшие результаты в городах Кизильюрт, Южно-Сухокумск, Кизляр, Буйнакск и в Чародинском районе. После пленарного заседания работа продолжилась в группах, где обсуждаются ключевые проблемы в вопросах сбора налогов. Абдурахим Билалов-Даганай, Махарбек Амариев. Время новостей.